Привет всем! Вы на канале у Татьяны. Дорогие зрители и подписчики моего канала, в сегодняшнем видео займемся очень интересным и нужным делом. Мы посеем семена сальвии красной. Кто не знает такого растения, наверняка все знают, что это цветок однолетник, очень красиво смотрится в цветнике. Поэтому настоятельно рекомендую вам посеять это растение. Оно достаточно легко выращивается, проблема только в том, что долго всходит, поэтому сеять его нужно в середине февраля, можно чуть-чуть позже, как я, во второй половине февраля. Если придерживаться всех условий, всходы появятся буквально на 10-й день. Пикировать растение будем при появлении двух настоящих листочков. Прелесть этого растения в том, что оно любит солнце, в меру, конечно же, и засухоустойчиво. Это важно для нашей зоны. Цветет с середины лета и сплошь до конца осени. Поэтому давайте сейчас займемся посевом семян. Сеять семена сальвии я буду в вот такую бутылку. Крышку я срезала. На дно бутылки я поместила, можно использовать керамзит, а можно вот такую щебеночку мелкую. И обязательно нужно сделать отверстие. Это важно, чтобы лишняя влага уходила. Грунт. Грунт сальвия любит легкий, поэтому использую торф, одна часть, использую дерновую землю, одна часть, и одна часть песка, а также вермикулит. Все хорошо смешала, просеяла, все красиво, и грунт получился то, что надо. Теперь набираю грунт в бутылку, распределяя ровным слоем и уплотняя его. Семена сальвии красной готовы к посадке. Грунт я уплотнила, грунт слегка влажный, и высеваю семена. Так как семена крупные, с ними хорошо и приятно работать. Если у вас посадки сальвии будут загущены, не беда. В фазе двух листочков мы по-любому будем их пикировать в отдельные квартиры. Семена сверху засыпаем подготовленной почвой, приблизительно на пол сантиметра. Знали ли вы, что для всхода семян сальвии не нужен свет? Поэтому после посадки мы все это дело накрываем крышкой и ставим в пакет. Ждем 10 дней до появления всходов. Семена сальвии посажены. Теперь с помощью лопатки уплотняем почву. Делаем это легко, слегка, как бы я сказала так. При правильном уходе всходы появятся на 9-10 день. Теперь у меня в пульверизаторе находится теплая отстойная вода. Теплой отстойной водой опрыскиваем почву. Вот так. Накрываем крышкой и закрываем резиночкой все это дело. Потом надеваем пакет и ставим на подоконник. При появлении первых всходов для растения нужен будет свет, поэтому используем лампы, это очень важно. Световой день должен длиться не менее 12 часов для каждой рассады, будь то это цветы или, например, огородные растения. И, конечно же, у вас на подоконнике должен стоять пульверизатор с теплой отстойной водой и хотя бы раз в неделю вы должны опрыскивать почву. Почва должна быть в меру влажной, но не переувлажненной, иначе появится черная ножка, и вся ваша рассада погибнет. Я думаю, что мое видео оказалось для вас интересным, нужным и полезным. Покажу дальше, как будут развиваться растения. Мы вместе с вами будем делать пикировку сальвии. И, кстати, очень важно, если вы хотите, чтобы сальвия была компактным кустиком, центральный побег в процессе развития и роста растения нужно будет прищипнуть. И растения очень красиво будут смотреться на любой клумбе. Понравилось видео? Жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. До новых видео и до новых встреч. Пока-пока!